Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды состоится с 15 по 17 марта включительно на избирательных участках. Оно проводится по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России. В голосовании могут принять участие жители нашей страны старше 14 лет и выбрать объекты, которые будут благоустроены уже в следующем году. Помогать людям с выбором будут волонтеры благоустройства, которые расскажут о всероссийском голосовании и продемонстрируют проекты, вынесенные на обсуждение в конкретном населенном пункте, адреса которых можно узнать на сайте национальныепроекты.рф. Также свой выбор можно сделать, пройдя по ссылке городсреда.ру или при помощи волонтеров, которые будут находиться в трех локациях – парке имени Халилова, на территории супермаркета «Зеленое яблоко» и на площади имени Ленина. Адреса пункта всероссийского голосования за объекты благоустройства также можно узнать тремя способами – с помощью чат-бота в социальной сети ВКонтакте, с помощью чат-бота в мессенджере Telegram и с помощью информационного сайта. Отметим, что в этом году на голосование вынесено 5 объектов нашего города.